Хорошо, Яночка, гуляй, красота на всю Ивановскую, хозяйка Медной горы, за речкой и Любава. Все это название женских костюмов из льна, шелка и хлопка дизайнера Анны Чироковой. Яркое и по-настоящему весеннее шоу-дефиле она представила в стенах Щелковской художественной галереи. Анна Чирокова – дизайнер и художник, кандидат наук, доцент факультета искусств Российского государственного социального университета. В представленных ею нарядах умело и органично сочетаются любовь к исконно русской одежде и креативный подход к созданию чего-то нового. Все костюмы на показе отличались разнообразием и наличием богатого декора со множеством элементов. Всего было представлено более 25 различных костюмов. Сарафаны, кокошники, туники и множество других элементов национального костюма. В создании каждой коллекции была использована своя собственная особая техника исполнения. Стоит добавить, что дефиле народных костюмов в художественной галерее символично состоялось в год культурного наследия народов России. Первая коллекция – это была традиционные костюмы. Традиционные костюмы созданы по аналогам, которые хранятся в наших музеях. У нас очень богатейшее культурное наследие, и это наследие надо, так сказать, нести в массы. Все коллекции, в основном, можно так сказать, они все созданы по мотивам русских народных костюмов. Где-то сарафан за основу, где-то вышивка за основу. Мероприятие прошло в рамках программы «Московское долголетие». Продемонстрировать зрителям дизайнерские костюмы помогли необычные модели. Дамы-участницы московского клуба «Королевская осанка». Гости из столицы давно знакомы с Щелковской художественной галереей и в рамках дружеского сотрудничества решили представить в ее залах столь необычные коллекции одежды. Здесь все ученицы, всем дамам 55+. И работаем мы уже давно именно с этим дизайнером. Аня потрясающий дизайнер. Первый раз мы ее показывали, ну, лет 8 назад. А последний раз у нас был потрясающий конкурс на Красной площади. Я считаю, что эти коллекции хороши и здесь, в маленьких, небольших выставочных центрах. Увидеть красоту своими глазами могли все желающие. Вход на показ был свободный. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.